Это Алан Джеймс от имени Перебоя. Меня спрашивают, почему, если Перебой – мирная организация, наш символ – кулак? И я отвечаю, он означает человека. Один человек против целого мира. Этот кулак означает борьбу за 5 основных свобод. Свободу получать прибыль за труд. Свободу говорить правду каждому. Свободу прожить отведенный нам срок. Свободу сохранять анонимность. И свободу быть в стороне. 5 линий, 5 пальцев, 5 свобод в одном символе нашей силы. Как вы уже знаете, сегодня я выступал в Монклипуле. И, видимо, когда я уехал, начались драки и грабежи. Это очень странно, ведь я выступал, не передохваченный гневом толпой. Там были обычные люди, как вы и я, которым важно, куда движется страна и кто ведет ее вперед. Так почему же эти преступные элементы всегда в центре внимания новостей? Должно быть, кто-то решил поместить их туда. Может, кто-то хочет, чтобы вы боялись нас, а не слушали нас. Может, у СМИ иные цели, нежели объективность. Мы не поддерживаем насилие и кражи. И мы не анархисты. Но мы понимаем гнев тех, кто лишен голоса. И верим, что за этот голос стоит сражаться. Десять недель назад Джереми Дональдсон захватил эфир вечерних новостей. Он пытался рассказать нам про Альтергрейв, Грентам Даунс и проводимые там зловещие эксперименты. И он был прав. Мы точно знаем про секретную лабораторию в Грентам Даунс и про испытательные полигоны в тоннелях под Альтергрейвом. Но сейчас там пусто. Проект завершен или заброшен. Тоннели обрушены. Остались одни лишь стены. Может, однажды мы узнаем, что они делали там. И, может, пожалеем об этом. Но без Джереми Дональдсона мы бы даже не стали искать. Поэтому сегодня мы заочно назначаем его офицером Перебоя. Держись, Джереми. Ты не одинок. Двадцать недель назад, в день, когда народ этой страны попал под международные санкции из-за вопиющего произвола наших властей, нас уверяли, что это война. Но спустя 10 недель, в день вступления блокады в силу, началась другая война. Когда Джереми Дональдсон отдал свою жизнь, чтобы передать вам наше послание, прогресс объявил войну правду. И Джереми Дональдсон стал первой ее жертвой. Поэтому мы оставили наш знак на могиле Джереми Дональдсона, первого мученика Перебоя. И я боюсь, как ни прискорбно, он вряд ли будет последним. Но не дайте одной войне отвлечь вас от другой. Джереми бы не был. Ночью бойцы сопротивления из Перебоя уничтожили склад и фабрику фармацидов в промышленном районе нашей столицы. Наверняка это уже назвали терроризм, но мы хотим заставить не бояться, а думать. Никто не погиб в ходе операции, уничтожившей и склад, и хранившийся груз. Но что это был за груз? Химия. Вещества для центров ухода. Препараты, которыми убивают пожилых, а теперь и просто больных. Работу этой фабрики смерти так просто не остановить. Но, может, ее можно замедлить, внеся в нее перебой. Фармациды принадлежат прогрессу. Впрочем, как и все в наши дни. Прогресс создает рекламу для ТВ, препараты, центры ухода и законы. Правительство не должно быть всесильным. Право выбирать момент смерти нет ни у кого, даже у вас. Свобода смерти – миф,
Единственная свобода, за которую стоит сражаться, это свобода жить без страха, жить своим умом. Ряды перебоя становятся шире день ото дня. Каждый небольшой акт неповиновения шаг за шагом приближает неминуемое поражение прогресса. Сегодня мы уничтожили склад, придет день, и мы разрушим всю систему. Сегодня я говорил с жителями Ментрипула. Когда мы закончили, я остался и сделал что-то, чего прежний я не сделал бы. Я слушал. Я выслушал Джин, которая сказала, что хотя впервые в жизни она и ее семья уверены в завтрашнем дне, вместе с этим оказалось, что она не может больше спать спокойно. Я выслушал Клайва. Он боится, что стал обузой для своих близких, считая дни до того, как они подойдут к нему и объявят, что ему пора. Я выслушал Анну, которая в школьной столовой всегда сидит одна за столом, потому что она единственная из ее класса, кто не стал активистом. Они не знакомы, эти трое. Все они из разных поколений и слоев общества, но в их жизнях есть что-то общее. Их гложет чувство, что что-то пошло не так в нашей утопии. И мне это знакомо. Может, и вам тоже. В ближайшие дни и недели я планирую выступать по всей стране. Но не нужно ждать меня. Перебой повсюду. В каждом баре, на каждом углу. Ищите нас, и вы найдете нас. Вы не одиноки. И не только у прогресса есть команда. Джереми Дональдсона скоро будут судить. Давайте задумаемся над этим. Одного из самых уважаемых и любимых борцов за правду будут судить. И за что? Что пушкой махал? Он явно не собирался стрелять из нее. У Джереми Дональдсона случился срыв. Да, с этим не поспоришь. Но не группу же захвата. Ему нужно было вызвать команду врачей. Конечно, этого не случилось. У Джереми Дональдсона не выдержали нервы, потому что он просто не мог больше мириться с действиями прогресса. Он видел, как вечерние новости превращаются из оплота правды в дешевое развлекательное шоу. Словно мать, которая видит, что ее чадо в опасности. Он не мог смотреть на это и ничего не сделать. Он выступил против прогресса, и они пытаются уничтожить его. Они очернят его, опозорят, осудят и посадят. Они сломят его в назидании всем нам. Но сегодня перебой заочно назначает его офицером. Добро пожаловать в наши ряды. Мы вместе с тобой, Джереми. И ты в борьбе не одинок. Десять недель назад Джереми Дональдсон захватил телеэфир вечерних новостей. Он хотел предупредить всех о секретной, уже закрытой лаборатории в Грантем Даунс. Возможно, мы уже не узнаем, что там было. Но Джереми Дональдсон направил нас. И это только одна из заслуг, за которые мы считаем его первым мучеником перебоя. И знаете, я уверен, это бы его взбесило. Мы виделись с ним всего пару раз в новостных эфирах. И каждый раз он выставлял меня самовлюбленным клоуном, кем я и был тогда, но почему-то мне это нравилось. И он тоже. Его талант, его колкости. Но больше всего мне нравилась его приверженность правде. Он погиб за нее. Погиб как герой за свободу. И украсив место его упокоения нашими цветами и символом, мы сохраним и его самого, и его неутомимый дух в память. Спи спокойно, Джереми. Тебя не забудут.
Моя подруга позволила своему сыну вступить в активисты. Теперь он при деле, всегда занят, и в комнате идеальный порядок. Но он что-то пишет и не дает прочесть. А иногда она видит, как он наблюдает за ней. А на той неделе он рылся в ее бумагах. На ее вопросы у него всегда находился правдоподобный и хороший ответ. Даже слишком хороший. Как будто придуманы заранее. До чего дошел прогресс? Мы хотим знать о том, чего не покажут в новостях. И когда узнаем, расскажем вам. Мы взломаем эфиры новостей. Мы будем защищать ваше право на правду. Мы будем бороться, и мы их перебьем. Нам поступает сообщение о скачках напряжения и, возможно, малых землетрясениях по всему континенту. Ожидайте. Пропала связь с нашими друзьями в Иркестане и Канеславе. У нас буквально вся техника барахлит. Мы можем проверить это? Есть подтверждение. Мне нужно подтверждение. Я не знаю, слышно ли меня. Я не знаю, в эфире ли мы. Но если слышите, вам нужно знать. Вы должны знать, что стало, что происходит прямо сейчас с нашими соседями. Это беспрецедентно. Наше правительство применило и неоднократно ядерное оружие от нашего имени. Неважно, как вы голосовали, но точно не за это. Никто из нас. Они... Мы... Быть не может. Мы ожидаем дальнейших сообщений. О, Господи. А если они ответят? Жители территорий, сегодня мы восстановим контроль, и скоро нам будет вновь нужна ваша помощь. Выходите из дома, перекройте дороги, остановите жизнь столицы. Во время поездок по первой территории я встретил многих из вас, и вы задавали один вопрос: как вам помочь? Что ж, вот так. Ну а когда? Вы узнаете. Смотрите нас. Жители первой территории, если вы сомневались в команде, прошу, ради всех нас, выходите, идите сегодня на улицы. Дайте понять, что вы не выбирали новое будущее ни для себя, ни для, если вам повезет, ваших детей. Сегодня мы хотим все изменить. И с вашей помощью есть шанс, что нам удастся это сделать. Вам этого мало? Вы видели, они расстреливают простых людей. Таких же, как мы. Так почему вы лишь смотрите? Почему вы не с нами на улицах? Что еще заставит вас встать и присоединиться к нам? Марш к штабу команды. Ворвитесь туда. Требуйте выборов, требуйте ответов. Возьмите ваше по праву. Свободу отныне и навеки. Та женщина с мегафоном, Эллисон, у нее было двое детей. Она не творила зло. Она просто хотела быть услышанной. А теперь... Но полагаю, так и происходят революции. Начиная с кровью, а заканчивая свободой. Идите к штабу команды. Прошу, встаньте сегодня в наши ряды. Ради Эллисон и ради ее детей. Победа близка, друзья мои. Вы подготовлены. Вы собрались вместе. От наших агентов на ТВ, рискующих, чтобы донести до вас эти слова, до сотен человек, которые сейчас начинают штурм штаба команды. И прямо сейчас все в наших руках. Это время перемен.
Сегодня мы свергнем режим и, наконец, заглушим их рупор. Первый канал. Пора бы очнуться. Еще немного. Мы можем победить. Наше число невелико, но у нас с вами есть за что бороться. За свободу. И тем, кто был настолько смел, чтобы примкнуть к нам сегодня, я хочу сказать, не сходите с пути. Наша цель уже близка. Мы заставим их замолчать, а вы остановите эту машину. И тогда завтра мы проснемся свободными от всего этого. От снимателей ноши, от активистов, пищеблоков и улучшаторов, от самой команды. И пусть вас немного, но вы герои дня. Победа ваша! В созерцании нет славы. Так говорил мой отец. Он был академиком и алкоголиком. И он умер в аварии, когда я был подростком. Но он все же смог преподать мне уроки, по которым я живу. А еще он всегда был прав. Нет славы в созерцании, нет славы гнить в тепле. Мир награждает деятельных, так сделайте что-нибудь. Как мы. Выходите на улицы, боритесь за будущее, оно ваше. Не так много человек надо, чтобы стать непреклонной армией. Хватит созерцать и начинайте жить. Меня зовут Алан Джеймс, и на связи перебой. Скорее всего, это последнее, что вы от меня услышите. Скоро я и мой отряд попытаемся вывести из строя цель особой важности и заглушить команду. И если говорить честно, нас так мало, а их... Их очень много. Мы обычные люди, которые выступают против хорошо вооруженных отрядов. И да, нам страшно. Но сегодня мы или победим, или погибнем, пытаясь. Присоединяйтесь, пока не слишком поздно. Не переключай. Не переключай. Не переключай. Битва не окончена. Мы оплакали павших и скрепили сердца. Мы жили среди смерти и больше не боимся. Для свободы нет высокой цены. Меня можно заткнуть, а голос вашего разума нет. И каждый день, как и раньше, нас все больше и больше. Потому что такова истина. Она неоспорима. Мы вернулись, и мы только начали. Мы не только солдаты. Мы врачи, ученые и поэты. Мы все это, потому что мы — это вы. Мы ищем правду, и мы не госканал. Мы ее покажем. Вы узнаете жуткие вещи о нашем правительстве. Пугающую правду. Доказательства есть. Поймите, с едой что-то не так. Добрый вечер. Я говорю с людьми вроде вас каждый день, и вы спрашиваете, неужели на нас всем плевать? Нам не плевать. И мы, как перебой, готовы заверить, что ваша свобода для нас — наивысший приоритет. И мы не остановимся, пока этот жуткий эксперимент не закончится. Так или иначе. Что вы смотрите? Помните, как это — узнавать правду? Знать, что происходит в мире? Помните Джереми Дональдсона? Я помню. И как он умер тоже. Я вижу это жалкое подобие новостей и понимаю, что он был на 100% прав. Первый мученик перебоя умер, защищая свое шоу.
Увидев его сегодня, он бы не понял, за что погиб. Вся моя жизнь — это поиски истины. Иногда я ее вижу. Иногда мне не везет. Я говорил о соке внушения. Наркотик в воде. Я был неправ. Я признаю. Он не в воде, он прямо здесь. На этом экране. В этом шоу. Вот ваш сок внушения. Вы пьете его глазами по вечерам, и он дурманя травит вас. Поговорим о Питере Клементе. Я его не любил. Думал, его роль человека из народа ею и была. Ролью. Но спустя 6 лет после его смерти, я начинаю думать, что только он как-то сдерживал команду. И мне интересно, Джулия Солсбери понимает это? Грустит ли об его уходе? Или же она всегда это знала? И тогда, конечно, это не грусть. Это мотив. Перебои, мы гордимся тем, что требуем реальной работы для реальных людей. И ведем дела с брендами, разделяющими эти ценности. И потому мы с радостью объявляем о партнерстве с Remington Swift, напитками Стэнка и Империей табака. Брендами, сделавшими эту страну великой, достойными доверия, и брендами, которые сделают нас великими снова. Вам одиноко? Мы делаем эту запись утром. Вы увидите ее вечером. Или завтра, или никогда. Нам не просто пускать это в эфир. Столько неприметных восстаний. Не волнуйтесь. То, что вы это слышите, доказывает одну вещь. Вы не одиноки. Когда-то мы сражались и умирали за право выбора. У нас были СМИ, которым мы верили, и мы работали ради общего блага. Мы привыкли к хорошему. А теперь у нас хлеб и зрелище. Жуйте свои сэндвичи и радуйтесь клоуну. Пока можно. Мы в Перебое понимаем ваше отчаяние. Мы построили эту нацию, но ради чего? Чтобы стоять в очереди, пока больницы набиты чужаками? Чтобы наши работы забирали люди, не знающие нашего языка? Нет, мы тоже считаем иначе.